На этот раз последний день, это уже стопудово, сделать 6 гектаров и подарок, отличный виноград. О, Италия, всякие столовые тут присутствуют. Что, начинаем. Сегодня убойный день с красивым видом. Так что, приступаем. Подарок нам к концу сбора. У нас тут препятствие, как трактор справится с ним. А он просто отъезжает. Опа! Серега себе личный ряд взял. Ну что, на этот раз точно все. Вот. Последнее ведро. Едем на фуршет. Но жрать там, наверное, будет нечего. Вот и банкет. Что тут у нас есть? Это обычно для веганов. Нифига нету. Да я и так сладко уже наелся. Ну вот это. Вот это мне отдаешь, это мне, а себе вот это не ешь. Чего не же, я хлеб тоже не ем. Хлеб. Хурма твердая. Все, я пошел. Я пошел. Расскажи, ну давай. Для дагестанцев говядинка у нас. Потому что они свининку не едят. А вот для нас с свининкой. Кроты конкретно для меня. Для сувоина. Так, такая твердая хурма, которую сейчас, Андрей, не съешь, да? Ты будешь снимать, как я буду пить? Опять? О, финики. О, мандарины. А я вот поем сейчас. Это только на одного у нас. Я пить не буду, я поем. Только нужно обогравить. Можешь огурчики повыбирать. У нас тут общее фото. А где наши там? Я не перезвоню. Ну что, последний спуск в утес в этом году. Больше я сюда не вернусь. Оставлю коту корм. Может, спрячу, чтобы другие коты не сразу нашли. И все, завтра чалим на поезде. Поляна сейчас выглядит вот так вот. Да, холодно. Всем осеннее. Иду опять звать сына. Иду опять звать кота. Скормить последнюю еду, корм спрятать. Буду собирать палатку, все свои оставшиеся вещи. Эх, котик, как же тебя оставить-то?
привык тоже там в тамбуре, да, спать. Придется тебя вот в будку переселить. Или еще в каких норах ты там будешь прятаться. И так вот прибиваются тут каждый год. Такие красивые. Потом неизвестно куда их девать. Ладно, пора собираться. Вот так вот. Я собираюсь. Кот меня провожает. Чувствуешь уже, да? Что дом уезжает. Единственное твое, оплот твой.